мне никогда обо мне беспокоиться. Ты видишь, я ухожу и прихожу, как любой фронтовик. Который никогда не пишет писем, не оставляет номера полевой почты, иногда даже не прощается, когда уезжает. Ну, здравствуй. А ты похудела, родная. Ты так поздно. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно видеть майора Федотова? Сейчас, проходите, пожалуйста. Разрешите обратиться, товарищ майор? Да. Подождите меня внизу. Есть. Кто ты? Да я скоро вернусь. Я рассказал вам все. Я назвал всех. Крозинга, Шахматова. Больше я никого не знаю. Поверьте, если бы я знал, рассказал бы. Шпионов, которые рассказывают все, не расстреливают. Правда? А я хочу жить. Крозинг и Шахматов назвали нам еще одного. Вы его знаете. Бауэр? Разве я его не назвал? Вот теперь назвали. Вас перебросил сюда штаб ЦЕТ? Да, служба Цепелин. Система Абвера? Нет, система СД. Зихерандинст. Служба безопасности. Меня направил фон Румельсбург. А вы давно знаете Румельсбург? 10 лет. Я начал работать на него еще в Америке. Точнее. В Южной Америке. В Монтевидео. Заходите. Продолжайте. Вы зря теряете время. Адъютант Румельсбурга Вилли помер. Один из вожаков Гитлер-Югенда в Летцине. Сын известного свиноторговца Фридриха Поммера. Что вы знаете о Румельсбурге? Говорите все, что вы знаете о Румельсбурге. В настоящее время Румельсбург является руководителем охраны ставки Гитлера. Опознавательный знак машин ставки – белый прыгающий заяц. Этот? Да, этот. Можно увезти.
Мне очень жаль, Алексей, что получилась такая маленькая пауза. Мне придется ехать. Понимаю. Речь пойдет о Руммельсбурге. Не совсем. Впрочем, он будет твоим основным противником. Руммельсбург – начальник охраны волчьего логова ставки Гитлера. А в ставке бывает генерал-лейтенант Кюн. Помню. Старый военный, один из организаторов Черного Рейха. Не только. Это генерал-инспектор Гитлера. Один из немногих, которым разрешено докладывать полную правду о положении на фронте. Ты понимаешь, как нашему командованию важно знать, что докладывает Кюн? Понимаю. Вот тебе придется это узнать. А мешать будет Руммельсбург. Ну что ж, могу гордиться. Руммельсбург сильный противник. У меня нет спортивной гордости, Алексей. Я предпочел бы, чтобы он был слабый противник. Руммельсбург, к сожалению, сильный противник. Тебе придется решать задачу со многими неизвестными. Мы знаем, что ставка Гитлера, мозг войны, находится где-то в Восточной Пруссии возле Летцина. Но мы не знаем где. Мы знаем, что Кюн после инспекционных поездок туда приезжает, но мы не знаем когда. Каждое твое сообщение о ставке будет представлять для нашего командования неоценимое значение. Каждое, даже мелкое. Но это трудно. С чего улыбаешься? Так иди, раньше было трудно, Владимир Николаевич. Так то было, а это будет. Вот твой паспорт. Желаю удачи. Спасибо, Владимир Николаевич. Счастливый путь. Летцине, запомни адрес. Данцигерштрассе 18, парикмахерская Элит. Эйлен Тереза. Парикмахерская Элит. Эйлен Тереза. Хорошо отдохнули? Превосходно. Только холодно у вас. Господин Эккарт, разрешите ваш паспорт? Пожалуйста. Господин Эккарт, вас приглашает в полицей-президиум. Ангенбургштрассе 15. Это недалеко. Наверное, какой-нибудь незначительный вопрос. Да, это так естественно. Военное время. Передайте, пожалуйста, вот это в контору Фридриха Поммера. Пожалуйста. Я хотел бы предупредить вас, что фирма Поммер переживает сейчас финансовые затруднения. Благодарю вас. Дрезденский банк закрыл ей кредит
Опротестованные векселя. Благодарю вас. Если не ошибаюсь, вы приехали вчера. Вчера. Где вы были третьего дня? В Берлине. Откуда вы прибыли в Берлин? Из Треста. Отметку незаменимую вам поставили в Берлине? Это зафиксировано в моем паспорте. Отметку у камня поставили в Берне, в нашем посольстве. Когда вы отплыли из Треста? 24-го в сочельник на пароходе Дучи. 24 декабря. Это совпадает с отметкой в Аусвайсе. Но дело в том, что пароход Дучи не мог отплыть 24 декабря из Триеста. Он отплывает только в нечетные дни. Вот не угодно ли расписание Ллойда Триестина? За последние 50 лет ни один пароход Ллойда не нарушал расписание. Странно. Очень странно, господин Экер. Странно другое. Если я ошибаюсь, то неужели вы думаете, что ошибаются уважаемые люди, поставившие метку в моем документе. Я полагаю, господин Гаупман не может так думать. Мы исследуем это недоразумение. Но для этого вам придется немного подождать. Все, что вам будет угодно, господин Гаупман. Не угодно вам пройти в соседнюю комнату? С удовольствием. Там очень удобно. Лизе об Алексее есть что-нибудь? Молчит. Неужели права? От кого ждете еще радиограмм? От 115-го, 123-го. На 118-м связь наладили? Проверили слышимость. Ему нужны медикаменты. Сегодня в Крыму тяжелый день. Прибавьте им продовольствие и проследите за отправкой сами. Слушай, Владимир Николаевич. Господин Экер, прошу вас. Виноваты вы сами. Почему вы мне не сказали, что пароход не вышел из английской подводной лодки? Ведь вы же об этом знали? Вы бы мне все равно не поверили. Да, не поверил бы. Прошу вас. Благодарю вас. Свободно. Откуда вы знаете? А я прочитал в вестибюле. Завтра работает Фрёлин Инга. О, вы очень внимательны. Фрёлин Тереза, не откажите завтра вечером поужинать со мной в Вальдензее. Очень настойчивый.
Я представитель фирмы Виртшафтлихе Централе ин Остен в Цюрихе. Генрих Эккерт. Ого. Будьте осторожны, фрейлин Тереза. Простите. Так я смею надеяться. Благодарю вас. Кто это? Этот представитель Виртшафтлихе Централе ин Остен. Простите. Фридрих, будь осторожен. Ну, хорошо, хорошо. Добрый день, господин Панна. Господин Эккерт, я получил ваше любезное письмо. Прошу. Благодарю вас. Господин Поммер, прекрасная репутация вашей фирмы, ее обширные деловые связи. О, наша фирма существует больше 100 лет. Глава купеческой корпорации в Кёнигсберге. Мой дед. Именно поэтому мы и хотели бы с вами установить деловой контакт. Моя жена. Твое молоко, Фридрих. Спасибо. У тебя сегодня... Прекрасный цвет лица, Фридрих. Превосходно. Мучают врачи и жена. Я вас понимаю. Прошу вас. Благодарю. Господин Поммер, наша фирма могла бы вам предложить мой сын и компаньон Вилли. Господин Эккер, представитель фирмы Виртшафтлихе Централе ин Остен в Цюрихе. Прошу. Наш сын адъютант группенфюрера Эриха фон Румерсбурга. Это честь для семьи. Прошу. Пожалуйста. Благодарю вас. Из 7000 тонн внешнеторгового мирового оборота сырца щетины Россия давала 3000 тонн на сумму около 10 миллионов рублей золотом. Мы с вами можем открыть закупочные пункты на всей русской территории, занятой нашими войсками. Дешевые восточные рабочие будут обрабатывать щетину на месте и тут же ее сортировать. И то, за что мы сегодня платим оккупационными марками господина Шахта, завтра превратится в золото. И фирма «Поммер и сын» и Генрих Эккерт завоевывает трон королей щетины. Правда, эта операция потребует мобилизации всех наших финансовых возможностей. Но я полагаю, игра стоит свеч. Да, ваше предложение чрезвычайно заманчиво. Но надо подумать и взвесить. Мама, перестань. Мне надо подумать и взвесить. Папа! Мне надо подумать. Румельсбург. Он здесь? Здесь. Ждет в приемной. Зовите.
дурная музыка, не правда? Я не люблю русской музыки, господин генерал. Какую вы любите? Я украинец, господин генерал. У нас свои песни, в Москве свои. Подойдите сюда. Вы мне нужны. Слушайте внимательно. С этого дня вы капитан Бережной, взятый в плен под Харьковом. Вы были ранены без сознания, иначе бы вы не сдались в плен. Вас, как военнопленного, отправят в лагерь на вашу родину, на Украину. Комендант будет предупрежден о вас. Там вы подружитесь с двумя-тремя большевиками, сильными, смелыми, и уговорите их на побег из лагеря вместе с собой. Куда бежать, вам своевременно сообщит комендант. По прибытии на место вы самостоятельно нащупаете связи с большевистским подпольем и войдете в доверие. Остальное понятно? В конце работы бронзовый крест. Вопросы? Вопросов нет, господин генерал. Согласны? Согласен. На время этой работы вам придется полюбить русские песни. Иди прямо туда. Наши оставили Ростов. Да. Ростов. Это моя родина. Просили передать, что машина с прыгающим зайцем замечена на Украине, в районе Винницы. Вам необходимо туда выехать. Явки в Винницы, Первомайская, 3, слесарь Гринчук. И также киевский шлях, тоже дом номер 3, часовщик Пилипенко. Пароль для связи. У вас продается славянский шкаф? Шкаф уже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. Хорошая погода, красивая женщина и немножко свободных денег. Что еще нужно для мужчины, а? Не правда ли? Просили передать. Какой-то Карповский, которого вы знаете, бежал. Его настоящая фамилия Штюбинг. Штюбинг? Да. Но мне нужно идти.
господин Эшер. Вас ждут. Кто? Отец, принимаем ваше предложение. Видите ли, господин Поннер, трезво взвесив все обстоятельства, боюсь, что реализация моего предложения будет для меня чрезвычайно затруднительна. Поездка в Остланд, на Украину, незнакомая обстановка и, наконец, эти украинские партизаны. Нет, думаю, что игра не стоит свеч. Я вас не понимаю. Если вас пугают партизаны, то я гарантирую вам свое содействие. Через 2 дня я еду на Украину, вы можете поехать вместе со мной. Я помогу вам устроиться в армию в качестве интендантского офицера. Нет, мне надо подумать и взвесить. Может быть, вам недостаточно, что вас будет охранять вся служба безопасности? Нет, как раз мне этого вполне достаточно, но... Великолепно! Вам пойдет военный мундир? Что вы говорите? Мне? Ну, конечно! Ну! Ну, хорошо. Добрый вечер, фрауен Трелл. Здравствуйте. Здравствуйте, Лиза. Передайте в центр. Сегодня вечером уезжаю в Винницу. Организую большое коммерческое предприятие совместно с фирмой «Поммер и сын» по закупке щетины. Но боюсь, что эта фирма вылетит вместе со мной в трубу. Мои объявления ищите в газете «Летцнер Цайтунс». Явки в Виннице не изменились? Нет. Просили передать, что у мамы и Нины все благополучно, здоровы. Спасибо, Лиза. Ну, берегите себя. И вы себя берегите. До свидания. Сегодня ночью после обхода. У меня все готово. Бежать надо в Винницу. Есть. Давай. Гринчук, Первомайская, дом номер 3. Часовщик Пилипенко, Киевский шлях, тоже дом номер 3. Власенко Петро, Павлов Николай, Иваненко Григорий, Савельев Иван, Сердюк Кузьма, пароль для связи. У вас продается славянский шкаф. Шкаф продан, есть никелированная кровать с тумбочкой. Имперскому руководителю СС Генриху Гиммлеру почтительно докладываю. Операция «Адлер». Последовательное осуществление ранее намеченных мероприятий позволило ликвидировать угрозу террористической и разведывательной группы русских в районе особой зоны в Виннице. 26 человек расстреляно, 18 этапировано в лагерь Матхаузен, 4 подвергаются усиленному допросу. Для контроля над возможными попытками возобновления деятельности русской агентуры мною оставлено на свободе 3 участника под
подпольной организации, имена которых мне известны. В их числе мой доверенный человек, агент Бережной. Из других мер позволю обратить ваше внимание на следующее. В районе возможной выброски русских парашютистов мною организованы ложные посадочные площадки, на которых я пользуюсь сигнализацией, применяемой партизанами, кострами. Ходатайствую о награждении бронзовым крестом агента Бережного. Пишите объявление в газету «Летцинер Цайтинг». Фридрих Поммер и сын, и Генрих Эккерт. Отделение на Украине принимает всевозможные заказы на изделия из украинской щетины. Запросы направлять по адресу. Город Винница, Виртшафтный Централен ин Остен. Сегодня ночью. Завтра во вторник в Виннице. Кинотеатр «Арс». Третий фонарь слева от входа. Вас будет ждать Алексей от 7 до 7:30. Если почему-либо вам не удастся завтра с ним встретиться, так он вас будет ждать каждый первый и третий вторник там же. Понятно, товарищ генералы. Желаю удачи. Передатчик. Значит, он шел для связи. Да, экселленс. Кого он шел на связь? Я задавал ему этот вопрос. Ну? Он молчит, экселленс. Задайте ему этот вопрос еще раз, но так, чтобы он заговорил. Слушай, экселленс. Выжать из него все. Выжать! Thank you.
Какая встреча! Недаром меня называют счастливчиком. Кажется, мы с вами встречались однажды в Москве. Помните? Рад встрече. Господин майор, если я не ошибаюсь. Правда, у меня хорошая память? Чему вы улыбаетесь? Мне понравилось ваше упоминание о памяти. Вам недолго придется говорить загадками. Как разведчик разведчику скажу вам, мне нравится ваше хладнокровие. Понимаете, что проиграли и готовы платить. За мысль, которую вы мне подали, Штюбинг, я готов заплатить сколько угодно. Откуда вы знаете мое имя? Как разведчик разведчику скажу вам, что вы болван, Штюбинг. Какой профессионал задал бы этот вопрос? Уверяю вас, что вы ответите на все вопросы, которые вам зададут. А вам, конечно, известно немало. Много. Мне, например, известно, как вы получили вот этот крест. Можете считать, что я получил следующий. За меня вам ничего не дадут. Не скромничайте, майор. За вас я получил крест первой степени. Чин гауптштурмфюрера и славу. Ну, до этого еще далеко. Всего 10 минут ходьбы. Мне хватит 5, поэтому остановимся на полдороги. Довольно валять дурака, а сейчас вы заговорите по-другому. Не нервничайте. Еще мой хозяин советовал вам лечить истерию, а он дельный человек. Ну, хватит, пошли. Подождите. Вы не дослушали мой рассказ о том, как вы получили железный крест. Что вы хотите этим сказать? Если вы этого не хотите, я вам расскажу о том, как вы его потеряете. Ну, довольно. Идем. Не понимаю, как вам могла прийти в голову мысль стать разведчиком? У вас нет элементарного умения разгадать ход противника. Какой ход? А почему мы остановились? На нас обращает внимание. Вы знаете, чем вы рискуете? Ровно ничем. Вы так думаете? Почему? Потому что вы трус, Штюбин. Вы хвастались своей памятью, а забыли о многом. Хотите, я вам напомню? Разве не вы говорили, что Руммельсбург не любит предателей? Что? Если это неправда, вам нечего волноваться. Он спокойно выслушает рассказ, как провалилась старая испытанная довоенная агентура, на связь с которой вы были посланы в Москву, и о том, как вы предали всех — Мюллера, Кройзинга, Шихматова, Бауэра. Идемте. Как сейчас слышу, как вы говорите, жить, жить, жить. Нет, Штюбинг, вы напрасно хвастались своей памятью. Вы забыли, что вы провалили превосходно задуманную операцию фон Руммельсбурга. А насколько я знаю его по вашему описанию, он повесит вас, не задумываясь, может быть, даже раньше, чем меня. А если я вас отпущу, помогу вам исчезнуть из города? А зачем? Мне нравится этот город. Я вас прошу уехать. Не ваше дело, мне нужна точная информация, кто виноват в провале организации. Не знаю. Вы рискуете, Штюбинг. Мне нужна правда. Был провокатор. Кто? Клянусь честью, не знаю. Разработку ведет сам Руммельсбург. Провокатор остался? Не знаю. Все участники организации арестованы? Все. Кажется, все. Но случайно знаю, что осталось 3 человека. Имена? Не знаю. Вы узнаете, Штюбинг, и получите за это деньги. И гораздо больше, чем платит Руммельсбург. Как вам передать? Завтра. Здесь же, в это же время. Идите. И не вздумайте шутить, Штюбинг. Если со мной что-нибудь случится, все ваши московские показания обязательно будут известны группенфюреру фон Руммельсбургу. Идите, не оглядывайтесь. Разрешите войти. Вы уже вошли, что вам угодно. Thank you.
выводы. Мечтаю предостеречь, предотвратить чрезвычайную мягкость к населению с вашей стороны. Могу объяснить только незнание местных условий. Европейский ум не может вообразить. Все прогнило насквозь. Взяты заведомые коммунисты и евреи. Мало. Есть еще много неопознанных. Вижу настоящее усердие. Похвала мне, счастье. Материал у вас при себе? Никак нет. Разрешите, завтра могу предоставить подробный список. Составьте и передайте мне. Слушаюсь. Им все равно. Ну, украинец. Подпольщик. Нет. Пьешь? Большевик? Беспартийный. Пьешь? Пьешь? Что вы хотите от меня, господин офицер? Вопросы задаю я. Жена, дети есть? У меня внуки есть. Так вот, Григорий Лещук. Мы очень аккуратные люди. Дашь нужные сведения, признаем тебя полезным. Не дашь, твои внуки станут сиротками. Ну! Выходи. Не понимаю, Григорий Лещук, почему ты так торопишься умереть? Я агроном. Политикой не интересуюсь. Знаем, чем ты интересуешься. Нам нужны фамилии, адреса. Кто руководитель? Скажешь, будешь жить, у тебя будут деньги. Отвечать! Хорошо. Можешь сделать 10 шагов. У тебя есть время одуматься. 10-й шаг будет твоим последним шагом. Марш! Марш! Раз, два, три, четыре! Говори! Товарищи,
сегодня ночью меня взяли. Как взяли? Да, товарищ Остахов, и при очень странных обстоятельствах. Ну-ну. Обожди. Дай прилягу. Может быть, Лещук не все сказал? Думаю, что все. Лещук мне верит. Как выглядел этот неизвестный? В офицерской форме, средних лет. Говорит, что лица не разглядел. Хорошо, идите. Как вы думаете, почему этот неизвестный провел такой рискованный эксперимент с арестом Лещука? Он догадался, что вы оставили на свободе часть этих бандитов и проверяет их. Ищет помощника. Вы правы. Но он не только ищет помощника. Он мучительно добивается связи. Пойманный русский парашютист, несомненно, шел на связь с ним, но не дошел. Он вынужден продолжать поиски, а продолжая, он придет ко мне. Опубликуйте завтра в газетах, что пойманный русский парашютист расстрелян. Это первое. Затем дайте в газетах такую хронику. Вчера ночью в своей квартире зверски убит агроном Лещук. Подлое убийство совершено большевиками из мести Лещуку, настоящему украинцу, искренне сотрудничавшему с германскими властями. Ликвидацию Лещука поручите Бережному. Моя идея заключается в том, чтобы образовать вокруг этого неизвестного пустоту и заставить его искать. В конце концов, он придет к человеку, которому, со слов Лещука, он может доверять. Он придет к моему человеку. Когда не будет ни Лещука, ни Астахова, он обязательно придет к Бережному. У вас продается славянский шкаф? Ошибаетесь, господин. Мебелью не торгуем. Спрашиваю еще раз. У вас продается славянский шкаф? Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать. С тумбочкой? С тумбочкой. А я вас узнал. Вы кому-нибудь рассказывали о вашем ночном приключении? Бережному и Остахову. Что вы можете сказать об этих людях? Настоящие люди. Григорий Матвеевич, забудьте о ваших личных отношениях. Один из них провокатор. Что? Да. Поэтому мне и пришлось вас подвергнуть такому жестокому испытанию. Простите меня, Григорий Матвеевич, но иначе я поступить не мог. Я не понимаю. Потом поймете. Теперь вот что. Любой ценой. Прежде всего, мне нужно установить связь с хомутовским партизанским отрядом. Знаете такой? Да знаю. 150 километров южнее Винницы. И по их рации передать в Москву Иванову, что мне нужна постоянная связь. Буду ждать каждую пятницу в 7 часов вечера у кинотеатра «Арс», третий столб налево от входа. И что интересующий Москву генерал скоро прибудет в Ставку. Одновременно передайте командиру партизанского отряда, чтобы готовил посадочную площадку для самолета. Запомните? Запомню. Проберетесь? Проберусь. Верю. Там выход. Бережному и Астахову обо мне ничего не говорите, о моем поручении тоже. Налево, во двор. Увидимся. А, заходи. Заходи. Ты что так долго не открывал? Как долго? У тебя там есть кто-нибудь? Никого нет, заходи, заходи.
Куннельсбург. Он предупредил мое появление. Он понимал, что я появлюсь. Он лишил меня связи с центром. Чего я стою, если у меня ее нет? Связь, связь. Ну что ж, будем думать о связи. Только об этом и ни о чем другом. Лещука нет. Осталось двое. Бережной и Астахов. Один из них провокатор. Кто? Смотрите, пожалуйста. У вас продается славянский шкаф? Шкаф продан. Есть никелированная кровать. С тумбочкой. Говори тише. За стеной соседи. После провала организации я собственной тени опасаюсь. Здравствуйте. Как провалилась организация? Кто-то предал. Нас уцелело только трое. Что вы можете сказать о них? Абсолютно верные люди. С одним был вместе в лагере, бежали вместе. Да. Железный человек. Второго знаю меньше, но тоже много раз проверен. Недавно был на допросе. Ничего не сказал, хотя был на волосок. Вчера ночью он убит. Кем? Неизвестно. Он был верный товарищ. Сомневаюсь. Ну вот что. Сегодня ночью я ухожу. Есть важные документы, надо передать. Кому? Хозяину, руководителю из центра. Он здесь? Да. Завтра перед закрытием банка ровно в 17 часов указ. Человек в черном галстуке ленточкой с парусиновым портфелем будет получать деньги. Встаньте за ним. Если повернется и скажет, разменяйте 10 рублей, передадите вот это.
Если не повернется и не скажет, тихо уйдите. Вопросов не задавайте. Надеюсь, предупреждать излишне. Сделаю все, что могу. Сегодня ночью я уйду и больше сюда не вернусь. Дальнейшая связь будет на вас. Все понятно. Второй выход есть? Есть. Банки, говоришь? Это добре. Это стоит. Вы чем-то взволнованы, Вилли? Что-нибудь произошло? Да. Читайте вот это. Вашему совету все состояние нашей семьи превращено моим отцом в щетину. Наши склады в Ляцине завалены доверху щетиной. Мы не знаем, что с ней делать. Кредиты, которые вы нам предоставили, также превращены в щетину. Отец спрашивает, когда вы намерены превращать ее в золото? Сейчас, Вилли, мы почти полные монополисты всей русской щетины. После войны, когда вся Россия будет наша... Как после войны? Да, когда вся Россия будет наша, тюки со щетиной на складах вашего отца, как по мановению волшебной палочки, превратятся в золото. Но для этого, мой друг, нужно терпение и мужество на риск. Значит, вы считаете, что риск все-таки есть? Безусловно, большая коммерция всегда большой риск. Боже. Да. Кто там еще? Разрешите обеспокоить. Что вам надо? Получены новые образцы, очень хорошие качества, но по более дорогой цене. Почем? Что они предлагают? 930 килограмм по 315 марок. Ни в коем случае. Сколько мы платили в прошлый раз? 290. Ни в коем случае. Предложите 300 и заберите всю партию. Слушаюсь. Слушайте, Генрих. В крайнем случае дайте им их цену. Слушаю. Зачем? Терпение. Слушаю. Терпение, мой друг, и вы станете миллионером. Правда, это не так просто делается. Вот, кстати, последний взнос вашего отца должен был последовать 10 дней тому назад, в воскресенье. А сегодня, если не ошибаюсь, вторник. Отец не может сейчас сделать взнос. Он просит отсрочки на один месяц. Хорошо. Ради вас я согласен ждать. Но поймите, Вилли, эти операции мне тоже стоят немалых средств. Но я верю в дело и поэтому его продолжаю.
лично. Не фирме Помнер и сын, а мне. Вы можете одолжить денег? Сколько вам надо? Ну что ж, этого негодяя еще не взяли. Значит, я ошибся. Значит, ошибся. Значит, Бережной не предатель. Предатель Астахов. Астахов не Бережной. Значит, можно опереться на Бережного. Подумай. Подумай, подумай, подумай. Как фамилия этого, который работал у нас в конторе? Медведев? Да, а что? Он арестован. Арестован? За что? Лояльный, стоятельный человек. Лояльный? Резидент советской разведки. Хозяин, как они говорят. Что вы говорите? Производил такое очаровательное впечатление. А он что, дал уже какие-нибудь показания? Пока еще нет. Но думаю, что мы из него их выжмем. Мерзавец. Выжимайте, выжимайте, Вилли. Желаю удачи. Не беспокойтесь. Ты же должен был уйти. Значит, не мог. Постой, постой, дай опомниться. Ходишь по городу в этой форме. Но... Это к делу не относится. В банке был? Был. Но видел твоего человека, нового хозяина. Но он ко мне не обратился. Значит, не счел нужным. Пакет у тебя? У меня. Его нужно немедленно переправить. Отправишься сейчас же. Сразу не могу, не пойду. Слова не могу, нет. Тебе доверяет, ты обязан выполнить приказ. Чей приказ? Мой. Значит, ты и есть хозяин, а тот на почте. Потом, одевайся. Ладно. Вы Астахова знаете? Знаю. Сейчас вызовите, возьмем его с собой. Ладно. Товарищ Астахов, домой вам больше возвращаться нельзя, иначе вас арестуют. Что произошло?
потом объясню. Завтра в 3 часа дня встретимся на площади коммуны. Хорошо. Чего это мы сюда заехали? Для приведения приговора в исполнение. Какого приговора? Шутите, товарищ начальник? Шутил, теперь не шучу. За кровь преданных тобой людей, правом и властью, данными мне Родиной! Эккерт. Может быть, вы хотите служить у нас? С удовольствием. Только вряд ли из меня получится толк. Вы правы, мой друг. Разведчикам нужно родиться. Представьте, мой отец то же самое говорил по коммерсанту. Тоже нужен талант. У разведчика должен быть особый талант. Особое чутье. Особый нос, особые глаза и злость. Надо очень любить свою родину. Сентиментальность. Это еще одна причина, по которой вы никогда не сможете быть разведчиком. У нас чувствительность непопулярна. Вы добрый немец, вы хороший немец, Экер, но вы... Штатская немец. Враг может сидеть рядом с вами, а вы любезно будете предлагать ему выпить. Кстати, не хотите ли? Нет, сейчас мне нельзя. Ура! Вы все-таки чем-то очень встревожены, Вилли. У нас колоссальные события. Что случилось? Приехал генерал Кюн. Кюн? Ну и что же? Оказывается, он назначен командующим фронтом. А это что, хорошо или плохо? Да вы знаете, что такое Кюн? Он беспощаден даже к своим друзьям! По его настоянию смещен фельдмаршал фон Кох! Генерал Риттер застрелился! И наверняка полетят еще головы. Он уберет всех, кто ему не угоден. Идите сюда, идите. Он привез, подписанный фюрером, свой оперативный план. Надо ждать чрезвычайных событий на фронте. С ним мы или сделаем колоссальный бросок вперед на сотни километров, или нас сотрут в порошок. Очень бы хотел взглянуть на него. 21-го он справляет день своего рождения. Может быть, мне удастся получить для вас пригласительный билет? Но это очень трудно. Но мне бы очень хотелось. Генрих. Огромная просьба, я опять.
совершенно пустой. В ближайшие дни я, конечно, смогу вернуть вам все. Так я могу надеяться? Конечно, что за вопрос? Я сегодня же внесу вас в список приглашенных. За нашу победу. Капитан, подойдите сюда. Девяносто девять. А сейчас будет 100. Посмотрим. Девяносто девять, господин генерал. Прошу вас, экселленс. Благодарю вас. Надолго наш край? Думаю, что нет. Смотря как пойдут дела. Разрешите прикурить? Где вы теперь поселились? Севастопольская, 18, квартира 2. Вот по этому оттиску сделайте ключ. Кроме того, вам необходимо пробраться в Хомутовский партизанский отряд. По их рации свяжитесь с центром. Вот шифр. Вернуться необходимо 25-го в 9 часов вечера. Встретимся здесь же. Экселленс, найден труп Бережного. Астахов. Исчез. Кто вы? Идите. Я из Винницы, от товарища Алексея. Thank you.
Ключ готов? Готов. Давайте сюда. Поедете вот в этой форме. Одевайтесь сейчас же. Как только войду в особняк, выключите свет. Понятно? Понятно. Прошу вас, подождите здесь. Генерал скоро прибудет. Здесь надо? Генерал. Что вам здесь надо? Мне нужен ваш последний оперативный план, который вы хотите осуществить на юге. Откройте сейф! Что? Откройте сейф!
сигнализацию. Дайте план. У меня его нет. Он хранится в сейфе генерала фон Гумельсбурга. Попробуйте его взять там. Дежурный офицер у телефона. Хорошо, передам. Руммельсбург сообщает, что прибудет через 15 минут. Забавно. Что же дальше? Дальше? Вы пойдете со мной, генерал. Куда? Туда, куда мне надо. Или на тот свет. Я солдат, не пытайтесь меня запугать. Не отягощайте своей вины, сдайте оружие. У вас выхода нет, но вы не посмеете стрелять. Услышит наружная охрана. Стрелять равносильно самоубийству. Вы не сделаете этого. Сделаю, генерал. Вам трудно в это поверить. Так же, как понять, почему советские люди, даже дети, которых вы ведете на виселицу, плюют вам в лицо и умирают со словами «Да здравствует Родина!». Вы никогда не сможете этого понять, генерал. Вы не способны на это. Поэтому вы пойдете со мной, генерал. Встать! Встать! Хорошо, я пойду. Приведите себя в порядок, генерал. И не вздумайте шутить, стрелять буду без предупреждения. Идите направо к выходу в парк. Мне нравится ваша наглость. Уезжайте. Это не наглость, генерал. Садитесь в машину. Да! Еще одно слово, и я стреляю. Куда вы меня везете? В Москву, генерал. Ну, здравствуй.